Hey, yo, guys, с вами Шинки, и мы сегодня поиграем в игру под названием Castle in the Darkness. Эту данную уже игру я уже прошел, но при рендерере я отрендерил всю же игру, да. Я смотрю, и какая-то херня. Когда я сохранился, у меня завис экран и просто показывала менюшку. И все. Поэтому я сейчас быстро пробегусь заново первую серию. Как-то так. Королевство Александрия. Одной ночью и... Что-то глубокой ночью королева Элмари подохла, или типа того. Рыцари и отец, принцесса Латрин какая-то. Воины, не эксперты, но все же были... Камон... Лейнс, но они стали на защиту. И вдруг, типа, армия монстров атаковала замок. Рояль, игры, трейдов, тубат, что-то не знаю. Кроме одного, наверное, типа, все погибли и отступили, кроме одного. Нет, все, но один и, типа, Александрия. Так, ну у нас, в принципе, менюшка. Как вы видите, это платформер. Сложный платформер. Спасибо, сэр. Довольно сложный платформер, я вам скажу. Так как я уже знаю и это дело все проходил, будет быстро. В городе очень монстров появилось. В городе появилось очень много монстров. Это просто невозможно. Климбл Санфруфтс. Я не знаю, они везде. Если что, это у нас, как вы видите, RPG. То есть у нас денежки, ХП есть, тут будет прокачка. То, что у меня так много ХП, вы на это не смотрите, потому что ХП улетучится очень быстро. Вот на этом вот моменте у меня просралось, и почему-то все зависло. А, так, some animal bullets can you hit... Короче, некоторые атаки ты можешь отражать, не забывай это. Мы, короче, прыгаем за ней. И здесь у нас первый босс. Ну, это глаз, он просто кидает снаряды, которые мы должны отбивать, как вы видите, довольно простым способом. Ой-ой-ой. Видите, он нас коснул, мы почти сдохли. То есть нам достаточно было двух попаданий, чтобы мы погибли. Сердце босса. Блин, не знаю, показать вам сейчас. Давайте сейчас покажу. Короче, здесь есть такая... Если бить, появится мужичок. Это я все равно, типа, фигнюшку покажу в этом. Ближе к концу игры, когда буду проходить еще один сейф. В инвентаре у нас ничего нету. Продолжай прыгать вдаль, когда кирпичи ломаются. Нужно смотреть стенки, потому что здесь есть стенки, которые рушатся. Да, здесь... давайте я скажу, что тут есть, в принципе. Здесь есть прокачка. Здесь есть те боссы с несколькими фазами. А здесь есть предметы, которые мы можем, типа, подбирать и их юзать. Некоторые нестандартные блоки ты можешь ломать с помощью Arias Gauntlets. Это вот эти, но я их сейчас не могу ломать. Какой-то, короче, брони, бля. Ладно. Зайдем сюда. Да, отдохнуть. А, здесь моментик, который я не показывал. А, не, он не сработал. Я не знаю, короче, здесь секретный босс, который я не показал в той части прохождения. Сохранится. Так, перед боссами лучше сохраняться. Like this head. Слабые места их — это глаза и голова в основном.
Нам предлагают взять меч за сотку. Мы с вами сейчас можем быстро нафармиться. Фарм я также делал на этом, когда проходил. Все это быстро делается на этой жабке. Главное очень быстро кликать. В жабе дают по 5 монет, если не ошибаюсь. Да, по 5 монет. Пригодится ли нам этот меч? По сути, ну, чем он отличается? Он отличается только тем, что он немного шорт. Дальнее. Сразу экипируем его. Вот, видите, он типа длиннее. То есть нам не нужно будет впритык подходить к врагам. Я типа плюс. Ай. Ой-ой-ой. Тихо. Так, ключ. Сразу бежим, сохраняемся. Да, тут есть, короче, счетчик смертей. Этот счетчик, если что, бесконечен. Потому что здесь очень много всего, что нас может убить. Когда я говорю много, это очень много. Ауч. Лучше вот его грохнуть. Ладно. Да, и здесь шипы они ваншотят. Да, иди в сраку. Да ладно тебе, приятель. Видите, у него типа голова только слабое место. Хорошо. На самом деле лучше пойти сохраниться, потому что потом будет жопа. При убийстве босса, если ты не сохраняешься, ты тоже все теряешь. То есть приходится потом заново драться с боссами, если ты до сохранялки не доходишь. Так, музей. Здесь у нас, короче... О, вот это вот о чем мы говорили, типа. Ария Guards. Так, плюс 50 коинов. Плюс 50 монеток. Зачем мы возвращаемся обратно? Да, фиг его знает. Что было? Там все равно недалеко. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, и вот это тоже ломается, да? Ну, это все равно момент я тоже покажу потом. В видосике. Это сейчас я показываю то, что я знаю. Ну, то, что я уже запомнил. Здесь есть damage бусты. То есть, когда ты специально получаешь урон, чтобы куда-то залезть. Все шипы, которые вы видите вот на потолках, они ваншотят. Они, бывает, падают и это убивает. Do not save pipes. Короче, не прыгай вниз билетов. На самом деле, это типа труба как Марио, туда лучше не прыгать, потому что мы... Довольно слабый босс. Он только прыгает и появляет пузырики. Все. Довольно все легко и быстро. Это дело проходится. Я пройду это просто до того момента, где я тогда был, и закончу на самом деле. Но на самом деле можно и не лезть. Вот вы видели это? Ой, я не заметил, меня оно убило.
Нам на самом деле вниз нужно, поэтому можно сюда не идти. Этот мужик нам скажет, что с помощью ударов пуша крепится. А некоторые, короче, блоки, которые ты можешь атаковать своим мечом, они двигаются. Сделай это. Ну, мы, понятное дело, что делаем это. Так. Ага. Я уже, понятное дело, что знаю, как все это делается, как это все проходится. Так, сюда нам не залезть пока что. Не, есть, конечно, все равно сложные моменты такие в игре. Так, нам нужен ключ. Главное, нам очень быстро кликать мышкой. Если мы хотим нормально все это дело проходить. Если вы хорошо все быстро делаете, то у вас никогда проблем ни с чем не будет. Потому что клики против некоторых боссов очень нужны. Can you hit the secret sign? Короче, в некоторых местах есть секретные места. Да-да. Ай-яй. Удамажили. Ай. Ну... Скелет чисто чилит. Бежит и кидает кости. Так, мы убиваем, получаем снова хп. Как вы видите, нам почти хп не дается. За их убийство. Так, сейчас вернемся, сохранимся. И вернемся обратно. Здесь теперь будет маленький. А, найс. Не помню, что здесь. А, меня зовут Лонзо. Я Клок Тауэр. Я хранитель ключа. Тейк этот ключ. Но Лонг нит тебе. Он тебе, вероятно, пригодится. Это ключ от здания. Когда дело ломается. Это дело ломается, хорошо, побежали. Нужно быть очень внимательным, потому что в некоторых секретках находится... Как же вовремя ты кинул кость. Так, теперь за ключом снова идти. Как он меня зацепил? Алло, приятель. Как он меня зацепил? Зараза. Так, здесь типичное место. Домики, домики. А, я живу уже более... Короче, я старый мужик, сотнелетний. А?
Warpoint, Like this kind of use of travel. Короче, этот Warp, то есть короче, статуя специальная, чтобы для юзания телепорта. Но тебе нужно что-то. Но я не знаю, что тебе для этого нужно. It's dangerous to go along take this. Я, короче, копил их долгое время. Возьми их. Долгое время. Одна монетка, да. И если чё, к нему можно заново приходить. А, ну... Не работает. Это отсылочка у нас, если что, на Кастельванию. Когда, типа, мужик, знаете, в это... катсцене приходит такой, бац, ворот открывается, он туда заходит. На самом деле, в игре очень много пасхалок различных каким-то другим играм, поэтому... Вы не удивляйтесь, то, что в игре много всего. I'm waiting. Я жду мою дочь Софию. About here. Я воин чего-то там. Так, сейф. Оп. Оп. Это тоже отсылочка у нас на Кастельванию. А, блядь. Ладно, сейчас покажу. Я на самом деле просто это очень быстро дело пробегает, потому что я знаю, когда кто атакует уже. Ну, примерно, ладно. Ау. Как быстро сдыхать? А, найс. Очка от зомби равно смерть. Короче, блин, я не успел показать. Когда мы ломаем эти заспехи, там внутри появляется этот мужик. Типа в костюме, поняли? Он безоружный. И это отсылка на какую-то довольно сложную игру. Там тоже, типа, у нас всего лишь две жизни. А я что-то, магия, кто-то там. If you plan going the old castle. Если ты хочешь попасть, короче, в старый замок, тебе пригодится это. Возьми. Fireball. Теперь, короче, когда мы зажимаем кнопку атаки, мы получаем Fireball. Такая вот, типа, магия. Довольно хороший предмет. А, босс. Ой-ой-ой. Вот это имбовое место. Сюда прячетесь, и вас просто не достанут. Ай. Я упал на меч просто. Я просто упал на меч. Почему это имбовое место? Мы просто прячемся за камень, и когда он атакует мечом, нас не задевает кирпич, который падает с потолка. Она много дамажит, поэтому... Я вам самое выгодное предлагаю, что делать. Это я тоже механику нашел, когда дрался с боссом данным. Ай, промазал. И все, он труп. Если честно, я вам сейчас покажу... Сейчас. Босс хп полученную.
Ну, мы, в принципе, убили еще трех боссов. Сундук. Пуст. И все. Дальше у нас там проход в другую локацию. Поэтому, ребят, давайте на этом заканчивать. В принципе, я в... Если не ошибаюсь, я на этом месте и закончил. Да, я на этом месте и закончил, в принципе. Я вам прошел это все за, считайте, почти 21 минуту. Тогда я прошел это за минут 40. Поэтому как-то так. Считайте мини-спидраном. Давайте покажу вам, как инвентарь выглядит хотя бы. Виапоны у нас тут есть сейчас. Виапоны, вот мы можем выбирать, как видите, там описание снизу. И урон. Армур. Магия. Айтемы. Реликвии. И все. Ну, как-то так, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и, ну, ждите уже следующей серии по данной игре, поэтому всем пока!